Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ГСЧС, Украины Николай Чечеткин рассчитывает, что сотрудники службы ликвидируют последствия пожара под Киевом до конца четверга. Ранее сообщалось, что лесной пожар в районе населенного пункта Заземье приблизительно в 10 километрах от Киева стал причиной сильного задымления столицы Украины. Главный санитарный врач Киева Олег Рубан рекомендовал жителям города оставаться дома в связи с превышением в 5-7 раз нормы концентрации продуктов горения в воздухе. По данным ГСЧС, предварительная причина пожара – умышленный поджог. На данный момент задымленности Киева такой, которая была с утра, нет. Если нам будут содействовать погодные условия, мы прогнозируем и планируем до завершения сегодняшнего дня, четверга, РЕД, ликвидировать полностью пожар в районе населенного пункта Заземье, сказал Чечеткин, выступая в Верховной Раде с отчетом о причинах пожара под Киевом. ГСЧС Украины ранее сообщало, что пожар локализован, продолжаются работы по ликвидации последствий.